Вот и подошло время нашего крымского тура. Это то событие, которое считаешь главным в велосипедной жизни, которое с трепетом ждешь и к которому основательно готовишься. К нашему туру в этом году присоединился, даже не просто присоединился, а влился, как полноценная единица, Игорь Скорупский, прилетевший по приглашению нашего шефа из Тель-Авива. Этой зимой они вместе уже катали, но в Израиле. И приезд Игоря, можно сказать, ответный визит. Основная часть группы приехала вовремя. Наташа хоть и не едет в этом году, и это серьезная потеря, но проводить нас пришло. И только Сказка прилетел, как всегда, в последний момент. Зная Андрея, это нормально. Даже если поезд начнет трогаться, а его не будет, я знаю, он все равно нас догонит. Сегодняшний наш маршрут – это переезд из Севастополя в Орлиное через Чернореченск. Наш знакомый Владимир из Орлиного, у которого мы неоднократно останавливались, ждал нашего приезда на перроне. Погрузивший ему вещи в машину и заказавший на ужин фирменное блюдо Владимира плов, приготовление которого он славится, мы выдвинулись на маршрут. Хотелось сделать небольшое отступление и сказать, что вторым своим родным городом, а может даже первым, Сказка считает Севастополь. И даже когда в прошлой нашей поездке по Крыму он замечал какой-то горы Севастополь, то его охватывал приступ ностальгии. И все знали, что Севастополь именно там. Поэтому мы не могли отказать ему прокатить нас знакомыми улочками. Выезд из Севастополя представлял собой длинный тягун под палящим солнцем. И первый привал мы сделали в придорожном кафе рядом с музеем Великой Отечественной войны для основательного завтрака. Здесь мы уже начали знакомиться с военной прикольная техникой. Штука. Пока современной, а через пушку, некоторое кстати, время сняли. И времен Великой Отечественной войны. Два наших Андрея наконец увидели вживую то, на чем они ездят в игре «Танки». Но привлек нас больше всего действующий экспонат мотоцикл. Тут оторвали все. Больше всего получил удовольствие оператор Костя, снимавший трех, ну, не знаю, как их и назвать, потому что среди них был и я. Да. Нормально, это было видео. Со скоростью под 50 по асфальту, который шеф назвал нудным скручиванием, мне лично очень понравился. Выскочивши на грунты, мы окинули взглядом диораму, откуда только что спустились, и направились в сторону Чернореченска, минуя по пути первые трудности, преграды и препятствия.
Шеф, как знаток кактусов, просветил нас, что из него делают особые лекарства и вставляют так, что очнешься дня через 3. Вот, я испробовал терафлю. И как тебе терафлю? Отлично, мне полегчало. Круто. В центре поселка Черноречье находятся две достопримечательности. Это старая турецкая башня, еще более древний и очень глубокий колодец, прямо на середине улицы. Молодец, я так научился. Набравши воды, миновав шлагбаум с надписью «Проезд запрещен», мы начали подъем, соблюдая абсолютную тишину и любуясь открывающимися видами. И чем выше поднимались, тем красивее становилось. Именно здесь съемки. Появилось чувство ничего-то нового, неведомого, с которым встречаешься впервые, а наоборот, очень знакомого и родного. И те булыжники, на которых тебе тяжело удержаться, это именно то, ради чего ты сюда и приехал. А что там, Саш, находится? Сейчас свалка. А раньше находилась арсенал Черноморцев. Я его потерял. Лицо хотя бы покажи. А дальше было то, не ради чего мы сюда приехали, и о чем шеф нас 100 раз предупреждал. Сказка отличился на все 100. Думал, что его снимают, как он красиво проедет. И он проехал. Не заметил, что ли? Ну, как бы да. Не, голова все замазана. Ну, тогда хорошо. Ноги болят. Лежи, лежи, лежи. Не, он головой не ударился. Ударился. Болит что-то? Нет. Так? Нет. Так. Нет? Нет, в порядке. Нет, вопрос. Андрюха, извини, я тебя поснимаю. На память. У меня есть этот самый, остановить кровь есть. Остановить кровь, остановить дыхание. Я вообще не понял, что за фигня. Ты снял, как он падал, да? Да, похоже. Палец болит? Здесь болит? Это хорошо. Тогда надо будет жить. Это ничего страшного. Тихо. Может, не рано болит, а рука болит? Не, рано. А, ну ладно, то можешь кричать. Это промывается, это промывается. Я не стесняюсь. Потом получишь пизделей. Вечером. От всех. Штрафную рюмку вот. Я тебе буду всю носить. Андрюха, ты не хочешь с нами поговорить? Че, не бойся, Андрюха, ты застрахован. Вы за меня получите хорошую компенсацию. Мы на тебе сможем заработать. Считай так, головой, шеей. Он так раз и убежал. А что там, кстати, со шлемом? Поломался, вмятинка. Вмятинка. Еще один. Возьми пенки тогда. Плюс в пользу шлема. Да. Это могло быть в голове. Могло быть в голове, да. Если был прямой удар, вы... Это холына была на такой скорости. И первый же подъем не обошелся без таблетки обезболивающей. Благодаря Игорю сказка потихоньку стал приходить в себя. Наркота подействовала. И очередной каменистый спуск, ведущий к переправе у Черной речки, был пройден с особой осторожностью. Ну и не страшно. На руль одевай. Прямо этим. Ой, я этот... Ходок. Знакомые места. Черная речка, часть вторая. Андрюшка также идет своей дорогой туда. Знакомая по прошлому году переправа не была для нас неожиданностью. Не теряя времени на раздумье, поснимавши обувь, поскольку каменистому дну, сопротивляясь течению, потихоньку, да, переправили. Шеф, по традиции прошлых лет, окунулся полностью
или 5-километровым торчком. Дорога проходит также по землям заказника. Не, я не буду купать. Этот непрерывный торчок берется за 1 час 17 минут. Один из зачетных торчков с набором высоты 450 метров по грунтово-каменистой дороге. Зачетным считается взять его полностью, ни разу не остановившись. Но сегодняшний наш трек уходит постепенно на другую дорогу, на которой Игорь погнул петух вместе с переключателем. О, это нужная штука. Видно, что он немножко в ту сторону. Ну давай еще попробуем. Давай. О, это ну, давай на ходу. Дорога постепенно перешла к хаще, и мы были вынуждены вернуться на наш зачетный торчок. И Андрей, за которого мы больше всего переживали, один из лучших, кто прошел этот участок. Все-таки классные вы, Игорь, таблетки. Сил еще полно. Выезд из заказника также перекрыт шлагбаумом, но этот хоть видно издалека. Поехал, молодец. Славик, я влево, стреляй. Через пару километров скоростного спуска по дороге на Орлины мы традиционно остановились в татарской кафешке на обочине дороги попить чаю. Это уже также стало традицией, так же, как и побитые коленки. В прошлом году отличился дядя Илья, а в этом его племянник Стас. Видно, это семейное. Андрей, вот в театре сыграешь? В Орлином нас уже ждали. Владимир приготовил отличный плов, и мы стали готовиться к ужину. И только здесь Игорь заметил, что потерял мультиключ, видно во время ремонта в горах. Сегодня было все, и даже больше. Одним словом, день удался. Скажи еще раз. Вот это вот блестит, шелка. Мы там были в прошлом году. Блестит. Если бы он не блестел, его бы нельзя было бы вообще увидеть. А так вот именно за счет того, что там эта крыша у него блестит, его можно сейчас разглядеть. Да, круто.